«Психология и социальное служение церкви. Пути сотрудничества». Семинар под таким названием прошел в Донском государственном техническом университете. В нем приняли участие воспитанники духовно-пасторского отделения местной духовной семинарии и студенты светского вуза, обучающиеся на отделении психология. Студенты и преподаватели выступили с докладами, посвященными данной теме. На семинаре, принявшем форму открытого диалога, обсудили проблемы нравственности и проблемы, связанные с психологическим состоянием человека. Участники семинара провели параллели между такими понятиями, как духовная составляющая и эмоциональное состояние, ответили друг другу на возникшие вопросы. Пока не будет покаяния, исповеди, человеку сложно помочь. Вот после исповеди приходи, мы с тобой подумаем, как выстроить взаимоотношения с молодым человеком, в семье, как дальше жить, будущее свое простроить, да? Это психологический момент. А проблемы совести, душа болит, потому что совесть, вина, чувство вины, это к батюшке на исповедь.